Это уровень. He's on it. Is he going to hold? Happy, going for it, going for it. Oh, what? What happened? What happened? Though I have no idea. Did he just run out of ammo at the worst possible moment? Are you? Hate me and hate me. What can I do but keep getting money? Funny, I was just like you. I had the. Бомба ставится в апленте. Для Маркелова это просто подарок судьбы. Догадается ли Мо? Дадут ли ему инфу тиммейты по месту нахождения возможному своего оппонента? Мы не знаем, но Мо, как видим сейчас по таймингу, уже должен понимать, что это может быть выход. Да, все, Мо вот наконец-то понимает четко, что Егор пришел со спины. Чек бихайнд, ты как не везет со стрельбой? У казахов сегодня день какой-то пожарный. Бомба дефится, Маркелов пытается его... Ой-ой-ой, Маркелов просто красавчик, и Мо не смог запрыгнуть на красный ящик. Вот это провальчик. 12-9, вот это провальчик. Два провала к ряду от Hellraiser. Закрывая Зевс. Ну Нави, снова размену 4 в 2-то, пацаны. Ну лол, ну бабл, хорош, хорош их убивать. Ну 4 в 2, ну... Ребят, ребятишки. И гвардия с ножом. Ну, отличный. Отличный конец этого раунда. 4 в 2. Это гвардиан, который рассматривает свой нож. Одна флешка, под которую врывается француз. Раз, два, три. И вот третий набегает просто на головошот. Это было жесть. Или нет? НКЛ, Surprise, motherfucker. Открыли дверь, он даже не понял, как так получается, ну как же это так? Сидит, что-то смотрит, даже не чекает. Что у нас там? Покажите Вовмейстер, он пытается пройти укрепление в лице Словака, нет. Уже на пленте, уже готов давить Сейза, да? Он уже раунд взял, смотри. А, это Словак, подожди. Это Ковач. А бомба стоит ужасно для игрока атаки. Не то, что ужасно, она стоит вообще. Это верх ужасности, друзья. Это изи, 15-й раунд для команды Fnatic. 2 в 4, точно такой же раунд забирают шведы. Он еще и принципиально унижает Сейзда, забирая его на парапете. На девайсе, точнее на Каджунба, сработал. Только что-то бомбу они забыли в парапете, да. Где остался девайс. Его пытаются выкурить. Так, 9 пуш, и это будет ли второй минус? Будет ли 16-й раунд с первой попытки для ТСМ? Да, это 3-1 в гранд-финале. Не знаю, раскинули только 2 смока. 2 в 2. Кинули флешки, зашли, поставили бомбы, и уже ситуация 4 в 2. Уже 3 в 2. Но пока выбивание от шведов. Стой, дым. Неужто это будет ниндзя диффуз? 4, 3, 2, 1, вот да, будет... не могут. Боже, какой фейл, какой фейл. Просто TSM, Silver Style. Ну, тут ГГ на второй карте, посмотрите, что делает там. Кайден, посмотрите. Угадайте, кто последний остался в живых. Это просто... Какой сейф! Какой сейф! Просто... Увидимся на третьей карте. Вот стрельба с призумами и с прифайерами не решает Асилион. Важный момент. 3 в 2. И вот здесь можно разрывать весь шаблон. Нужно просто прикрыть плент. Асилион ставит бомбу. Выбить этот пакет некому. Его начинает пушить. Он слышит зигзаг. Слышит игрока в спине в упоре. Танцы с бубнами. Асилион! Забирает скальта Факса. Ситуация 2 в 2. И геймерсту просто бесплатно отдают. А плент под контроль команды SK Gaming. Врыв сабдауна, не чекается сотка. Magic Wall мажет, красным остается стреляться Мутирис. Выход на P250, идеальная игра и 1 на 1 в пленте. Майкелеле. Отличная АВП, игра против линии. Второй минус, как он выбивает эту точку. Горит, горит у него под ногами. Все, это жесть, друзья. Какой просто жесткий Молотов, а самое главное, как вовремя. Потому что Асилион тоже, давайте, да, вот за этим смотреть раскладом. Здесь дым будет ключевой. Отличный дым. Ха-х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 а-
Ну тут, что тут сказать. Хороший молотов апдаун, хороший дым в молотов. Чипайса по-прежнему 3 единицы, 4 единицы. Он агент 4 единицы. Ну и... Здесь... Самое печальное, что самый экономический раунд у команды SoloMic Device просто падает дублетом с Кадианом. Старина Фриз не прощает ни своего тиммейта, ни Николая. А, по-моему, это был Моди. Ну, а дальше Фриза Керриган выключил со снайперской винтовки. О, сейчас будет жарко. Что это было? Вот это тимплей, друзья. Дюпри пытался засуицидиться, но Керриган опередил его. Кинул гранату. Я думаю, сейчас точно граната не туда полетит. А Керриган, наверное, вышел и подумал, что это игрок защиты. Говорит, братан, что за позорная граната, друзья? Ну вот смотри, со счета 7-0 отыгрывается сейчас. Подожди, тут еще ничего не отыгрывается. Один в один ситуация. Элву против Денниса. Финн прекрасно понимает, где находится его соперник Элву. Дот! Вот это просто дот! Что он ждал? Объясни мне, что... Я не знаю, что он ждал. Под ним лежал девайс. Его можно было взять и зааркадить. Гидрайт плохо попадает. Вернее, попадает хорошо, плохо. Вот это замануло! Вот это граната! Вот это фарт! Ну так как команде никому не везло! Деннис, кидая гранату, попадает в жопу модельки своего, быстрее включай повтор! Я требую повтор! Это просто Габелла! Деннис, доедь же! Деннис просто впарил свою команду, слил этот раунд. 8-2, не вот в шоке. Вот это даблкил! Пока Фриберг. Сейв, беги. Привет, Адам. Привет, Адам. Максимально жестко заканчивает этот раунд Флюша. Кабанчик. Подожди. Хотя нет, есть Деннис плетка и что-то плохо все у Фнатик. Хотя нет, один Вовмейстер против троих. Форест забрал. 1-2. Хороший Молотов. Хороший Молотов. Сгорает Гитрайт. 1-1 против Адама Фрайберга. Я, говорит, парень простой, вижу Молотов, не лезу. Плетку у Файберга и ГГ.